Добрый день, мои друзья! Вы на канале Александр Винокуров, и вы услышали на альтсаксофоне Любавский Нигун, и с него мы начинаем обучаться на инструменте саксофон. Это уже второе занятие. На первом занятии мы с вами прошли нотки си, ля и соль, и чтобы нам вставить этот нигун, нам нужна нотка соль диез. Давайте посмотрим, как она будет звучать. Чтобы к ней нам поступить, нам нужно ставить нотку си, ля и соль. Вот видите, мизинец закрывает этот клапан, и получается нотка соль диез. То есть си, ля, соль, соль диез. Чтобы его нам сыграть, нам нужно сначала си сыграть, ля, соль, соль диез. Или уже упражнение си, ля, си, соль, си, соль, диез. Попробуем. Что делает диез? Диез повышает тон на полтона, да? То есть, если мы играли соль, то диез повышает на полтона. Послушаем это. Получается такой как бы плач, да? Вот это плач, это и есть такая музыка, в еврейской музыке такой стиль клезмер, это такой плач, да? Такой, нотка плачет. И еще мы уже сыграли с вами левой рукой, и нам нужно будет нотка до. Нотка до берется большим пальцем, мы закрываем черный клапан, и средний палец, нотку закрываем средний клапан, и получается нотка до. И если мы берем нотку си, нотку до нам немножко сложнее, потому что нужно опустить сначала средний палец, и потом поднять указательный. Получается си, до. И мы должны очень внимательно перед зеркалом это делать. Тренироваться перед зеркалом. Мы играем си, потом опускаем средний палец, поднимаем указательный автоматически, получается до, си, до. Да? И теперь мы попытаемся сыграть только левой рукой от до до соль диеза. Обратно, а соль диез до. Когда у нас получилось соль диез сыграть, мы идем дальше. Правой рукой мы закрываем еще один клапан, да? Это получается нотка фа. Чем больше мы закрываем клапанов, тем нам нужно равномернее извлекать звуки, да, равномернее дышать, более плавно дышать. Вот после соль у нас фа получится. Что я сделал? Я закрыл этот клапан. И закрываю еще один клапан, будет нотка ми. Смотрим на нее. И у нас с вами получилось. Вот такая гамма от ми до ля. Я вам сыграл нотки. Ми, фа, соль диез. Ля, соль диез, фа, ми. Слушаем еще раз ее. Еще раз ее. И третий раз повторяем. И четвертый раз. Yeah.
на ми, пошло на потом дальше, пошло на соди есть и на си. И теперь мы будем с вами тренировать нотку до. Соди ес, ля, си, до. Соди ес, ля, си, до. Губы у нас с вами как бы сжаты, а на ми мы распускаем. Повторяем. Теперь от соди до до на одном дыхании. Опять от ми пошли. От ми со диез. Скачок на до. Только благодаря нотками си, ля, соль, диез, до, фа и ми мы сегодня с вами сыграли такой прекрасный нигун. С вами был наш педагог по саксофону. Пожалуйста, смотрите мои уроки, подписывайтесь на мой канал и, конечно, получайте удовольствие от прекрасного инструмента альтсаксофон. Мой курс – это еврейские мелодии, нигуны на инструменте саксофон.